За последние 7 лет количество пользователей сети интернет в стране увеличилось в 10 раз. И это уже в меньшей степени развлечение и досуг. Все больше россиян подключаются к мировой паутине, чтобы поучаствовать в образовательных программах. Но Владимир Путин дает понять, это, конечно, хорошо, но виртуальный мир – это все-таки виртуальный мир. Интернетом ежедневно пользуются 11 миллионов человек. И это самостоятельная среда, где уже сформировалась своя культура собственная. И во многом она, кстати, патриотическая. И у меня такой вопрос. Что бы вы посоветовали, пожелали пользователям русского интернета? Мне бы очень хотелось, чтобы вот та среда, которая вами создается, чтобы она все-таки отвечала высоким моральным, нравственным критериям и стандартам, которые были всегда присущи нашей стране и нашему народу. Здесь невозможно ничего приказать. Это зависит только от пользователей и вот от таких, как вы. Все эти молодые люди до участия в проекте и так занимали неплохие должности и занимались работой, которая им интересна. Но теперь государство обратило свои взоры на каждого из них персонально и предложило поработать на благо страны. И оказалось, что в этом деле планы президента и молодых рекрутов совпали.